Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня мы будем слушать какого-то Арслана Марвелус в одного. А вот я вам хочу сказать, что у меня есть постоянный подписчик, который постоянно хочет, чтобы я слушала какие-то более попсовые треки, которые в основном на моем канале не заходят, потому что у меня более молодежная публика, более современная, а, видимо, тот, кто меня об этом просит, и я знаю, кто это просит, он такой же мужчина со стажем, и поэтому ему, конечно, интересна совсем другая музыка. Мне тоже, кстати, бывает интересна другая музыка, но я уже тут подсела и сижу на этой. Вот. Ну, друзья мои, дело близится к Новому году, и я каждый раз, выкладывая те или иные треки, просмотры мои на эти треки сильно падают, поэтому я, значит, как-то заработала нечаянно себе на чупа-чупс от моего подписчика, а так как дело близится к Новому году, и я думаю, что я имею право на что-нибудь большее, чем чупа-чупс, правильно? Поэтому, дорогой и любимый подписчик, если ты хочешь, чтобы я слушала такие треки с интервалом раз в неделю, а это происходит, то я имею право на бутылку шампанского. Правда, Максим? Мартини айсти желательно, а не шампанское российское. Что? Есть еще тоже неплохое, недорогое. Что значит недорогое? Мать хочет дорогое. Итак, Арслан Марвелус в одного. Два исполнителя. А, их два? Ужас какой. Будем слушать. Ой, господи, да что ж так громко, да? Остаться у одного. В моей квартире свет не пробивается в окно. И не услышит голос, никогда вернусь домой. Остаться у одного, собраться на балкон. Среди бетонных блоков нет никого. Пустует коридор без запаха духов. И дым от сигарет летит между домов. Поверь, мне будет проще снова. Остаться у одного, и больше никого. Не нужен никому. И Silent Hollywood, то были миражи. И все наоборот. Не доверяй никому, ведь мир уже не тот. Остаться у одного, увидеть темноту. Наедине с собой, влюбить в тишину. В холодных серых стенах света керентень к утру. Еще один рассвет, встречать одному. Остаться у одного. В моей квартире свет не пробивается в окно. Услышит голос, никогда вернусь домой. Остаться у одного, собраться на балкон. Среди бетонных блоков нет никого. Пусть дует коридор без запаха духов. И дым от сигарет летит между домов. Поверь, мне будет проще снова. Остаться у одного. И больше никого. Одиночество мой дом. Чувствую покой. Да ты была права, что залила за мной. Я улетаю ввысь, остаться над землей. Ну, как бы неплохая песенка, вот так я бы сказала. Там я не могу сказать, что там что-то было крутое и сильно прям вау. Вот, ну, в принципе, не, ну, нормальная среднестатистическая песенка про одиночество, друзья мои. Что такое одиночество в наше время? Мне кажется, вашего поколения, вот поколение, начиная вот с года моего сына, может быть и дальше, но я как бы могу это только отслеживать. Говорила, говорю и буду говорить. И до младшего моего сына это поколение, мне кажется, и все, и дальше. То есть с 88 по 99 вы не умеете общаться. Вы дети компьютеров.
вы сидите в своих компьютерах, а жизнь проходит мимо. И потом вы остаетесь в одного. И когда подрастаете, вы не умеете найти себе пару. Вот раньше, пока выйдешь замуж, у тебя столько могло было быть пар, не обязательно тех, которые мы там, как в вашем понимании, что вы там уже со всеми переспали и так далее. Наше поколение так не делало. Наше поколение гуляло, дружило, и постоянно возникали какие-то пары и так далее. А вы вот так не умеете. Вот в этом большая печалька, друзья мои. Поэтому приближение к Новому году несет мне не только мартини асти, но и оно несет мое поздравление вам. И я желаю вам всем найти свою половинку в следующем году, чтобы мир был не настолько тяжелый, а у вас у каждого была настоящая светлая любовь. Всем пока!